Ну давай, у меня уже запись идет. Зай, собака. Куда ты вылезла? Из соседней комнаты. Да ладно. Ну что за человек? Друзья, приветствую. Сегодня 16 апреля. Что за человек? Новости на Козинблок. Число зараженных коронавирусом в Российской Федерации достигло 27 938 человек. За сутки выросло на 3448 человек. В России зарегистрировано еще почти 3500 случаев заражения коронавирусом. Впервые за долгое время меньше половины новых случаев пришлось на Москву. В столице за сутки заболели 1370 человек. Растет число заболевших в Подмосковье и Санкт-Петербурге. Его не остановить. 34 человека, зараженных коронавирусом, за последние сутки в России скончались. Будем следить за продолжением таких вот новостей. Дим, ну задавай.